Всем бодрого времени суток. Меня зовут Шура, азиатского контента-любитель, и я приветствую вас в зеленой комнате. Группа 80s камбэкнулась с 10-м мини-альбомом, который называется Golden Hour Part 1. Началась у нас новая эра, я так понимаю. Вот, и мы с вами будем смотреть клип на заглавный трек, который называется Work. Что ж, давайте, не задерживаясь, приступим к просмотрам, что ли, да? Хана, Тулсет, едем. Вы зачем Макню закопали? Кто Макню закопал? Вы что творите? Вообще уже что ли? Они метят на билборд. Понятно. На первое место. Попугая на страуса посадили. Очень спокойненько как-то для 80s. Да? Адиос. Очень интересно. Слушайте, у нас они, получается... Ну, тут, конечно... Минги, какой офигенный! Вы видели этих петухов? Блин, это шикарно! Они, короче, попали в Калифорнию в своих пиратских путешествиях, походу, во времена, когда была золотая лихорадка, да? Судя по всему, ну, Golden Hour, золотой час или золотая лихорадка, хрен, какой шикарный страус. Вот это, конечно, латиноамериканские мотивчики. Золотые яйца. Боже, какая у них курица. Спайси у них тут. Отсылочка, походу, да, на их прошлый камбэк. Блин, ну они, конечно, тут на... Как-то насоединяли всякого. А у нас Сан вообще в целом уже не планирует одеваться, да? Попуга родился. Слушайте, ну удивительно спокойная песня для 80s, для заглавки 80s. Я пока не знаю, как к ней относиться, но она вот, ну как бы, я больше в положительном ключе рассматриваю эту песню. Она очень неожиданная от этой группы, что ли. Ну, правда, они как-то, что ли, подуспокоились, либо они просто начинают эру, новую эру, с чего-то такого лайтовенького. Вот мы, типа, погружаемся, давайте привыкать к новому звучанию, потому что, насколько я поняла, у нас в конкретно в заглавке в композиторах нету Хонджуна. Вот, у нас, как всегда, там и Дэн, и Раул... Короче, вы поняли, этот дядечка... Угу.
Короче, напишите в комментариях, как он правильно произносится. Это дядечка, который пишет еще и Dreamcatcher периодически. В общем, они вот этой шайкой-лейкой и всегда как-то компашечкой пишут. И Этизом, и вот Dreamcatcher'ом перепадает, и Сайкерсом теперь тоже. Вот, и Мадокс там тоже присутствует. В общем, все те же лица, кроме Хунджуна. Хунджун у нас и Минги только в лирике поприсутствовали. Конкретно в этой песне по бисайдам не смотрела, но бисайды нас сейчас пока и не интересуют. Бисайды я буду сейчас, прям вот после, как завершится этот видосик, пойду смотреть бисайды, слушать под запись, и вы это сможете увидеть на Boosty. Ссылочка в описании, туда тыкаете на первый уровень подписки, подписывайтесь и можете эксклюзивный контент потреблять. Там, собственно, помимо того, что мы сейчас ATEEZ послушаем, там еще лежит очень много всяких разных других прослушиваний альбомов, которые ну вот за последние месяца мы слушали. В целом, по-моему, я с начала года этого такое новшество ввела. Ну, как бы вдруг вы не часто смотрите мои реакции, а может быть вообще впервые на меня наткнулись. Короче, вот это объясняю все, поясняю. Угу. Идите на Boosty, там все понятно, короче. Вот. Да, я все ждала, что будет что-то привычное, тизовское под конец. Вот такое, когда они просто с ума начинают сходить все. Там всей гоп-компании. Вот, но нет, она как-то вот выдержана. Там, конечно, был такой, типа кульминация случилась, да, но она вот какая-то спокойная, не тизовская, что ли, вот, поэтому удивительно и неожиданно приятно в целом то, что пацаны все еще развиваются, все еще они не застопорились вот в каком-то своем одинаковом позиционировании себя в музыкальном плане. Нет, они вот все как-то что-то пробуют, при всем при том, что они зазвучали по-новому, все их финтифлюшечки-плюшечки, которые обычно ты по этим вещам узнаешь, что это группа ATEEZ, да, они все присутствуют, но они вот как-то ненавязчиво. Все-таки вот какой-то новый флер, он как-то больше на себя внимание забирает. Вот, что не может не радовать. Поэтому я очень довольна, можно сказать, этим камбэком. Да, что прям понравилось ли мне на 100%, это еще надо парочку раз, наверное, переслушать. Но вот я больше в сторону, что, скорее всего, попадет в плейлист. Вот. С визуальной точки зрения забавный, конечно, клипец. Попугай на страусе — это, конечно, зачет. Очень много в целом птиц в этом клипе. То есть тут у нас и курицы, и петухи, и страус, вот, да, то есть тут напихали всяких разных, так сказать, как это называется, флажочков таких попсовых, американских, вот, да, то есть курица, несущая золотые яйца, то есть, наверное, это отсылочка вот к золотой лихорадке, то есть вот развитие сельского хозяйства тогда в Америке началось, собственно, да, то есть какие-то вот латиноамериканские мотивы здесь нет-нет да присутствовали, да, опять тут у нас спайси перчики появились, готовили они там, что еще было, отсылки на GTA, то есть вот эти вот скачущие машины, все, ну вот латиносы, собственно, короче, что-то тут какая-то Мексика, Америка, все вперемешку. Интересно будет посмотреть, как эта эра будет развиваться, потому что они вот как-то, видимо, пока завершили вот эту эру, где, собственно, горилла была, где была халазия, то есть вот эти вот какие-то вещи. Хотя, может быть, они и дальше будут прыгать, то есть следующий камбэк, может быть, опять нас отбросит вот куда-то вот в ту сторону, да, где у них там революция, все дела. Вот. А может быть, они нас подольше вот в этом путешествии в новой вехе поддержат. Что ж, будем посмотреть. Бегу тем временем на Boosty прослушивать остальные бисайдики. Интересно, чего мы там добавим в плейлист. Вот. А еще хотела еще раз обратить внимание на шикарного Минги. Вот, в том фиолетовом плащике. Такой какой-то он, ну прям, я не знаю, Вилли Вонка, или, я не знаю, шляпник из «Алисы в стране чудес». Какой-то вот
какой-то придурь вот из этих вот, вот, но я такое люблю, хо-хо. Вот, так что я прям не могла не ахнуть, так сказать, вот, Минги для меня выделился в этом камбеке лично, ну, в целом он у меня в бес-листе присутствует, но, знаете, я как бы всегда, как открытая книга, я готова воспринимать, что в каком-то из камбэков отличается вот какой-то определенный мембер, но вот здесь, извините, это все, это вот он сам, это не я. Короче, все, я буду заканчивать, буду закругляться. Вот, что вам всем спасибо, что смотрели. В конце благодарю своих дорогих авокадовых спонсоров, естественно, обязательно. Вот, напоминаю, что, чтобы вступить в состав этих замечательных товарищей, ссылочка на Boosty в описании, подписывайтесь. Вот, и тоже будете вот тут пролетать в конце в списке этих замечательных товарищей. Вот. А на этом, собственно, все. Всем спасибо, что смотрели. Пишите в комментариях все как обычно. И всем пока-пока.